Каждые 5 лет женщина использует такое количество помады, для которого потребовалось бы тюбик длиной, равной ее росту. Как стать привлекательнее всего за несколько минут, узнаем в рубрике «Школа красоты». Здравствуйте! В эфире рубрика «Школа красоты» и я, ее ведущая Евгения Шумарова. И сегодня я вам покажу второй способ фиксации высокого хвоста. Для красивой челки мы отделяем часть волос, убираем ее, поднимаем все волосы на ту высоту, на которой вы хотите зафиксировать хвост. Когда самостоятельно это делаешь, это гораздо удобнее, конечно. Эта прическа как раз подходит тем, кто себе сам делает прически, сам делает себе хвосты. Забираем волосы наверху, подбираем все торчащие волоски, выглаживаем. Так. Настолько максимально, насколько вы хотите. Фиксируем волосы резиночкой. Отделяем прядки от части волос, которые мы оставили. Начесываем их около корней. Прядку, чтобы зафиксировать, ее можно провернуть и прижать к волосам. Теперь легко зафиксировать невидимками. Такой рок. И хвостик оставляем, он нам еще пригодится. И теперь я показываю тот способ, с помощью которого можно поднять хвост. Нам нужен вот такой крабик. Мы делим пополам, поперек. Верхнюю часть волос откидываем вперед. Вот таким образом. А теперь крабиком ее цепляем. И вот так у нас должно получиться. Прядкой от челки прячем резинку, обматываем ее и скрепляем хвостик, прячем. Вот так с помощью маленького крабика мы сделали высокий хвост, прическу на каждый день. Учитесь с нами и будьте красивыми!